Уже 27 июля в школах Одинцовского округа откроются лагеря дневного пребывания детей. Готовность учреждений практически стопроцентная. Глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал Лесногородскую школу. Все требования здесь постарались выполнить. Антисептики в кабинетах и залах, регулярная обработка всех поверхностей. В постоянном режиме утренний фильтр для школьников и персонала. Прошли по всему маршруту, посмотрели, как измеряют температуру, как заносят, посетителей в журналы, как устроены раздевалки, где медицинский блок, как дети будут размещаться в отдельных классах, группах. Вот у нас с понедельника здесь появляются 4 отряда, которые уже, собственно, четко распределены со всей логистикой, со всеми расписаниями конкретными. И, опять же, подчеркну, нормы безопасности для нас сегодня в приоритете, потому что родители должны быть уверены на 100%, что, отправляя детишек в наш лагерь, никто не заразится. В лесном городке 39 игровых площадок. После проверки школы Андрей Робертович осмотрел одну из них. Глава подчеркнул, своевременное устранение каких-либо неисправностей очень важно, ведь это безопасность детей. Было поручение губернатора проверить наши площадки на то, как они содержатся, то, как реагируют подрядчики или наши МБУ на неисправности, которые выявляются на детских площадках, потому что это все может привести к определенному травматизму. С нами были и местные жители, были и дети на игровом комплексе, а также представители территориального управления. Замечаний мы не выявили. Завершающей точкой комплексной инспекции стала школа «Дружба» в поселке Дубки. Примерно год назад на прилегающей территории были размещены надувные теннисные корты, где регулярно проводились платные занятия. После разбирательства корт убрали, а вот мусор остался. До 1 августа здесь мы уберем все эти навалы мусора, зачистим площадку и постараемся продумать на ближайший год-полтора возможный функционал, ну, прежде всего, для школы, для детей. Также это согласуем с родителями. Глава отдельно отметил, что жалоба поступила от одной из жительниц в Инстаграм и призвал всех не бояться писать ему лично. Все комментарии, все сообщения я читаю лично, пересматриваю. И там, где зажигается красная лампочка, обязательно все перепроверяю. В августе Андрей Иванов проведет повторную инспекцию, чтобы проконтролировать исполнение поручений. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».